Все, я лечу. Да, детка. Вуаля! Неплохо, Марио. Нормально. А перед просмотром видео хочу вам посоветовать игровой канал Girl Gamer Pro. Одна из лучших летсплейщиц Ютуба, обзоры и прохождения игр, таких как «Одни из нас», «Uncharted», «Mafia 2» и многое другое. Заходите и подписывайтесь, ссылки в описании. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Арби, и мы продолжаем прохождение безумной экшен-игры Just Cause 3. В предыдущем видео мы немного познакомились с игрой, а теперь... уже идем захватывать город. Ну, мы немного в прошлый раз захватили, но нас перебросило обратно сюда. Так что вот так вот. Идем обратно. Будем летать и летать и летать. Так. И мы не долетели в прошлый раз. Ну, ничего страшного. В этот раз думаю, надеюсь, что хотя бы к берегу. Рико? О, ну да. Это еще как родина. Долетели, отлично. Что, мне особенно больно видеть, во что Диравелла превратил город. О, да так можно весь остров пролетать. Давай, давай, вот так. А, что так, голос. Ух ты, блин. Заставь его замолчать. Ну да, вот так вот. Тут, кстати, эффекты очень такие проработанные, блин, мне это очень нравится. Так, ты у нас кто такой? Ой, не зацепил. Ладно, давай вот так. До свидания, братишка. Так, что дальше? Пойдем туда. О, статуя. Так, а как гранаты-то кидать? Так, не то. Говорит центр. Цель не найдена. Отыщите его. Так, не понял, что-то. Да нет. Блин. Как кидать гранаты? Ладно. Возвращайтесь по местам. Нет, ну все-таки, блин, как? Так. Нет, это не то. Ладно, так взорвем. Потом разберемся. А ну-ка. А, немного шатается и все. Так, давай, давай, взрывайся. Ну, ломайся, блин. Блин, что-то это как-то не круто. У меня-то пушка, ладно. А теперь ты оторвешься? Не хочет. Ну вот и отлично. Так, блин. А, вот. А, понял. Но почему-то он сначала не кидал. О. А, понятно. Так, куда дальше? Всем бойцам собраться по координатам. Что мне тут нужно сделать? Рекламный щит один. Полицейский участок. Одну цистерну. Динамик нужно еще, трансформатор, поднять флаг
и статуя взорвана. Всем постам, так. Найти мятежника. Принять все необходимые меры. Вот она. Полицейские участки захвачены МДР. Освободи их. Принято. Отправляю подкрепление. Ух ты, блин. Атаковали меня не по-детски. Так, давай. А где мне припасы-то? Там автомат, не автомат и все такое. Да, я заметил, что они тупые. О, вы что устроили? Так, иди-ка сюда. Вот так, отлично. А, вот, я вижу припасы. Так, это нужно взорвать? Ух ты, блин. Я не это хотел сделать. Вот, отлично. Так, где припасы? Или я их уже взял? Нет, не взял. А, там. Видимо, короче, они умирают, и у них я забираю оружие. Понял? Да сдохни ты, блин. Твою мать. Так, вот, опа. Оружие. Так, взять, конечно. Так, автомат на дробовик. Давай поменяем. Я не против. Активировать. Кто тут болтает? О, это мои. Пардон. Так, держи. Ожидайте прибытия вертолетов. Повторяю, ожидайте прибытия вертолетов. Вот так вот. Да, да что вы, блин, за идиоты такие? Отстаньте от меня. Так, что у тебя тут с оружием есть? О, отлично. Мне это нравится. Так, что мне осталось? Поднять флаг, одна цистерна, полицейский участок. Полицейский участок где у нас вообще? Это... Вот давай-ка сюда. Посмотрим, что там. Отправляю вертолеты поддержки к точке контакта. А, щит какой-то. Говорит центр. Надо убрать эти уродские щиты. Подкрепление но уже. Генерал пугает людей. Пробуждает покорность. Ты чё? Слез моего вертолета. Чё? Нормально вообще. Только сел и взорвался, блин. Вот кто меня просил туда садиться? Загрузки здесь, кстати, очень-очень долгие. Ну? Че, дурак что ли? Так, осталась цистерна. Так, а где у нас эта цистерна может быть? И полицейский участок, вот он, видимо. А то, что я взрывал, что там? Ну ладно. Посмотрим. А, вот и цистерна, видимо. Полицейские участки захвачены МДР. Освободи их. Это не полиция. Это громилы Диравелла. Буйные и тупые. Ты это уже говорила. Ну давай, падай. Падай!
Ну, прям на них. Вот, классно. Так, это та цистерна? Да. Та цистерна, остался полицейский участок. Ну, я как раз тут и нахожусь. Так что, все отлично. Это что, оружие? Так. Знаете, падла. До него достанет? Достает. Но не так, как хотелось бы, конечно. Так, все что ли? Боевая зона. Так, что-то не понял. Ага, вот. Бум. Я думал, там оружие. Так, больше здесь никого вроде нету. Итак, полицейский участок еще не завершен. Откуда они лезут, интересно? Так, что тут еще есть? Посмотрим. Так, вон цель у меня появилась какая-то. Оружие надо. Нет, не эти автоматики нравятся больше. Ага, вот, активировать, понял. Блин, да куда ты? Это что такое, не понял? Вертолет за мной отправили? Так, ну давай, активируй уже, дурак что ли? А где мне его поднять? Ага, понял. Отлично. Что у вас там происходит? Ответьте немедленно. Один город освободили. И это не может не радовать. Так. Город освобожден. Рико, направляйся на пристань Манеи. У меня для тебя есть предложение, так. Мико. Конец связи. Тур по Манеи. И там какое-то задание. Переброски Марио. Манея свободна, друзья мои. Милицию Диравелла... Так, давай-ка тур по Манеи, что ли? Viva la revolución, mi fratres e sorores. Что ты сказала вообще? Ты сама поняла? Давай-ка посмотрим, что у вас тут за гонки. О! Еще опаснее, орел. Да. Орел. Понял. Все, я лечу. Да, детка. А, чуть-чуть не попал. И опять не попал. Нет, 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 нет. А! Ладно. Ну, с гонками разберемся еще по ходу. Так, да, все понятно. Давай. Сейчас посмотрим, что там с Марио. Вау. Мне очень нравятся вот эти полеты. Круто смотрится и вообще классненько. Трактор. Рико, получилось! Я здесь. Что ты хотел мне показать? Здание перед твоим носом. Один из моих лучших гаражей.
Я вижу только какую-то синюю постройку. А, я тебе покажу. Вот, направляйся по этим координатам. Направляйся по этим координатам. Нельзя было сказать, зайди в гараж, блин. А, нет. Вот оно что. Это совсем далеко. Твои гаражи всегда на пристанях? Так, на пристанях, на аэродромах. Но они все одинаковые. Каждый гараж принимает любую технику. Если хочешь, можешь притащить лодку на аэродром. Как, по-твоему, я притащу катер на аэродром? Понятия не имею, Рико. Тебе лучше знать, это ведь ты у нас парень с крюком. Верно. Что-то, блин, это очень долго. Да все, спись уже. Но город, как я понимаю, надо будет сначала освободить. Да. Хочешь гараж? Освободи город. Так, полетели вот так. Будет намного быстрее. О, вышка. Не падай. О, ну, блин, неплохо так вверх поднимается. Я думал, будет падать. Ты уже на месте? Да, и чё? Погоди, ты хочешь, чтобы я доставил тебе этот скутер? Но зачем? Серьезно, что ли? Не беспокойся, никто о нем грустить не будет. Любой из моих гаражей можно найти на карте. Вперед! Так, ну ладно. Доставим. Так, это... Добавить маршрут к гаражу. Ну давай. Так, блин. А зачем я всем этим занимаюсь? Он издевается. У повстанцев я специалист по технике. Я снабжаю оружием и машинами повстанцев по всему Медичи. Да, предварительно ворую я их. Зачем тебе этот скутер? Помнишь малютку Сесилию Креспо, у которой изо рта пахло? Ее еще прозвали Драконицей. Это ее мопед. Красивый, правда? Сесилия постоянно надо мной смеялась и говорила, что у меня волосы хрустят. Так что теперь мы над ней подшутим. А заодно будет польза и для тебя, и для революции. И какая же мне польза от дурацкого скутера Сесилии? Да, действительно. Я забираю мопед, разбираю на части. Мои парни делают новые мопеды, и все получают по мопеду. Все в плюсе, кроме драконницы. Она в минусе. Ну, в этом-то и вся суть. Ну ты урод. О, за мной кто-то едет, отлично. Думаю, танк или гранатомет мне пригодились бы больше, чем этот скутер. Так, мне надо туда. Да, если ты разделаешься с базой Диравелло, мои ребята смогут изучить технику, которая там была. Да сдохни уже, блин. Только не надо тащить машины с базы в мои гаражи. Почему? Военная техника привлекает солдат. А нам для работы надо держаться в тени. Понял тебя. Да блин. Уа, нет. Черт. Уроды, блин, все из-за них. Придется повторить, блин. Так, давай-ка быстрей. А, ну хотя я близко. Хм, это радует. На том же месте? Отлично. А, этот город теперь мой и... Да ты осторожней. И тут военный на... Да блин. И как мне теперь отсюда выбраться? А ну-ка давай-ка слезь отсюда.
Садись давай. И как отцепить теперь этот крюк? А, вот все. Я просто гений. Ага. На дыбы он не встает. Это плохо. Так, все, я в гараже. С возвращением, Рико. Твоя задача поставить скутер в обозначенную синим область. Поставил. Теперь он его улучшил, да? Они быстро работают, Марио. Но теперь у меня нет тачки. Ну что, нашел? Нашел. И зачем они мне нужны? Кидай их, чтобы показать ребятам, куда доставить снаряжение. Просто выбери все нужное в приложении «Склад повстанцев». Понял. Так. Ого. А тут нормально так-то оружие. Так, пистолеты. Выберите раздел «Транспорт». Хорошо. Мотоциклы. Ну, давайте его сюда. Теперь закажите литва оружия. Так, ну давай вот это. И давай вот это. Особое. Это что такое? Автомат. Давай вот это. Или нельзя? Не понял. Теперь закажите и два оружия. Я же заказал два оружия. Ты чё? Или всё стандартное должно быть? Не понял. Так, теперь закажите Иебус Игл. Где этот Игл, мать его? Это ты? Так, блин, что такое? Так, дальше. Где этот ваш Игл? Они издеваются? Ну все, запросить твою мать. Что-то я не понял. Выберите вкладку. И что ты от меня хочешь? Вертолеты? А, вот. Идиоты! Так что кидай маячок туда, где есть место для взлета, посадки и всего такого прочего. Ничего себе, контейнер. Вуаля! Неплохо, Марио. Нормально. Не сомневайся, если тебе что-нибудь понадобится, используй приложение. Но мы можем доставить только то, что ты уже нашел, так что придется потрудиться. Так, отлично. Так, что у нас там дальше по заданиям? Сейчас посмотрим.
Так, карта. О, модификаторы. У меня есть. Не забывайте, что прохождение испытаний. Так, ладно. Ладно, у меня нет, походу, ничего, чтобы модифицировать. Так, карта. Освободить провинцию Байя. Чтобы освободить провинцию, нужно освободить все ее города. Аванпосты и базы. В Байе остается только Виз Электро. Разнеси эту базу, и дело сделано. Где она? Ты мне только покажи ее. Так. Вот она, видимо. Установить пункт маршрута. Не-не-не, вот так. Ну, я думаю, сейчас разнесем ее, и сегодня все. Так, сейчас валимся на них. А хотя вертолет же не падает. Блин. Запретная зона. Немедленно покинь территорию. Да не пошел бы ты. О. Вон я что-то вижу. Рико, встретимся в Виз Электро. Это место построили за 2 месяца, используя труд заключенных. И ни одного ватта энергии не достается народу. Вступай туда и... О, отлично. Военное имущество выкрашено в красный. Так что давай в город и разберись. Вот вам, твари. Так, они взрываются? Нет, не взрываются. Кому тут жить надоело, ребята? Так, сейчас буду двигаться как в КС. Хотя он тут так не двигается, ну ничего. Ты чё? На тебе вафел. А, блин, ты чё? О, военный вертолет, отлично. Так. Сейчас посмотрим. Можно ли с него стрелять? Так. Ну, если даже стрелять нельзя. А, можно. Да, давай, давай, взрывай. Так, вон там еще. Все взорвем, ничего не оставляем. А это противоракетная ерунда в дерево стреляет. Отличное у нас место. Так, что тут еще есть? Вон там я вижу цистерны. Так, ладно, сейчас. Отлично. Так, ты еще живая, да? Прекрасно. Сейчас мы ее будем программировать. Так где ты? Да, да что ты пристал ко мне? Да поворачивай давай. Где ты? Не вижу. А, вот ты где. Так, получи. Так, так, вот он. Блин, он с таких высот прыгает. Спрятана за гермодверью. И что мне с ней сделать? Нужно ее открыть. Поищи рядом рубильники. Я не вижу пока никаких рубильников. Ну, я могу сделать вот так. Или нет, не могу.
Отключить, понял. Так, вон там. Тебя никто не вспомнит. Где наш рубильник? Нашли, где поставить, блин, рубильник. Займись вторым, пока система не стартовала снова. Где второй? Готово. Отлично. Теперь в турбине есть доступ. Быстрее, давай, давай. Была турбина и нет турбины. Так, еще что ли? Да спускайся, идиот. Так, почти, давай, 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 давай. Жаль, гранат нету. Так, еще остались. Да, блин, что ты будешь делать? И еще одна. О, блин. Так, ты мне понадобишься. Хотя, тебя нельзя взять. Это плохо. Так, откуда вы меня стреляли? Так, турбину. Я опоздал. Чё, не понял? Критические жизни, да? Ну все, ребята, вы попали. Хотя я с него стрелять не могу. Ну, буду вас давить. Сюда иди. Так, что там дальше? Переключить теплообменник. Воу-воу. Сейчас мы их красиво взорвем. Где ты? Отлично. Так, что осталось мне тут сделать? Так, турбинный блок, спутниковая тарелка и еще 4 цистерны. Ты что, не взорвалась еще? Вот так вот. Вон, это что такое? О, там снайпер. Был снайпер или нет снайпера? Так, а ну-ка. Рико, взорвите антенны. А как целиться-то? Ладно. Что это было? Так, где еще антенна? Так, готово. Так, тут есть еще антенны или что-нибудь? Чё, сквозь пролетело?
Молчи, тварь. Скоро будут нужны патроны. Да, кто бы сомневался. Так. А, мне снова нужно, да? Понял. Ну давай. Так, где турбина? Вон там она. Так, готова турбина почти. Ну давай уже. Все, отлично. Где еще? Не вижу цели. Так. Хотя время не идет. Где-то еще есть цистерна. Так, вон там. А, вот она. Блин, одна осталась. Прекрасно. Так, и что? И спутниковая тарелка. Где... А. Наверху или внизу, где она? Вот она. Я тебя видел. Да залазь, дурак. И все, я думаю. Так, что тут осталось нам сделать-то? Турбинный блок, где он? Так, больше блоков я здесь не видел. Хотя, может, что-то пропустил? Так, раз, два, три, четыре. И все, где еще один? Оружие я, конечно же, возьму. Так, это что? Давай поменяем. Новые игрушки. Где этот блок, мать его? Так, это оружие мне определенно нравится. Может, вон там он. Ну, тут есть двери, только не закрытые. Может их открывать на том же месте? Не стоило сегодня бросать из постели. Да, вот, отключить. Так, и еще в одном месте. Все.
были турбины и нет турбин. Да, давай, взрывайся уже. Отлично. Так. Эта пушка нам на многое не способна. Это не может не огорчить. Автоматы то поэффективнее будет. Прекрасно. Да, ты знал, что ты уцелил. И что тебе надо? Ты подложил Диравелла изрядную свинью. И теперь Коста дель Порто может пострадать от его опаленной гордыни. Просто подумал, что вам с твоим другом стоит это учитывать. Спасибо, Шелдон. Марио, ты там? Да, я все слышал. Встретимся за городом. Да, встретимся потом. Ладно, друзья, на сегодня все. Продолжим в следующей серии. Будет намного интересней, потому что сегодня я, так, можно сказать, знакомился с игрой. Так что смотрите следующие выпуски. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока, друзья. До скорых встреч. Call.